Здравствуйте, меня зовут Петрова Анастасия Игоревна. Я являюсь руководителем танцевального объединения «Драйв». Мы занимаемся на базе лицея номер 107, а также в Доме детского творчества «Дружный» Советского района города Уфы. Мне никто не передавал эстафету. Я решила сама поучаствовать в этом замечательном творческом марафоне «Поддержку ветеранов культуры». Перед вами выступают мои воспитанники, младшая группа танцевального объединения «Драйв» с башкирским танцем «Единство». Хочу передать эстафету своим друзьям Сидиковой Зухре, Тимирбаевой Наталье и Мухаметовой Лие. Всем желаю творческих успехов!